Светлана, и я вас всех с душой и любовью встречаю на своем канале «Посеем, поживем». Всех любопытных людей, всех, кто подписан на меня, и всех гостей моего канала. Огромное спасибо, что смотрите мои видеоролики. Сегодня, друзья, у нас с вами разговор пойдет о таких замечательных цветочках, которые почти у всех стоят на подоконниках. Это фиалочка. Но у меня нету такого цветка. И мне подруга подарила, срезала вот такие листочки. И сегодня мы с вами будем эту фиалку выращивать. Я читала, что можно фиалочку выращивать из листочка. Это, конечно, процесс длительный, но довольно-таки перспективный. Вот она очень правильно сделала. Она срезала вот такой вот нижний листок. Сверху нельзя, а именно снизу, и замотала мокрой марлечкой ваточкой. То есть она принесла мне на работу, чтобы вот этот кончик ни в коем случае, друзья, не пересох. Грунт фиалка любит обыкновенно цветочный грунт с добавлением большого количества песка. Сейчас мы подготовили вот такие емкости от одноразовой 1,5-литровой бутылочки. Здесь сделали обязательно дренажное отверстие. Сейчас мы насыпем, так, вот это я, чтобы не мешало, все, беру пока. Все, насыпем сюда землю. И у нас, друзья, будет прекрасная фиалка. Это процесс длительный, сразу говорю, что не быстро все это делается. Так, немножко уплотним в сторонку. Еще одну емкость. Дренажка обязательно, отверстие делаем. Песочку, друзья, побольше. Заливать фиалку ни в коем случае нельзя. И вот такие емкости у меня с крышечками, контейнеры, в которых тоже фиалочка будет находиться. Листик не будем открывать. Вот прольем и все. И будем наблюдать. Сильно уплотнять не будем. Я вам расскажу, почему. Так, сейчас заполним. Емкость заполняем не до конца, друзья. Просто вот так. Дальше. Берем листик. Вот у нас листик. Фиалочки у нее были очень красивые. Это махровые, темно-синие, белые, красные. И она мне все листочки эти дала. Плохо, конечно, что не подписала, но ничего страшного. Вот этот кончик мы отрезаем острым лезвием. Лезвие обработано спиртом. Мы отрезаем. И, друзья, не вот так вот мы втыкаем лист. Я пробовала так фиалку выращивать. Вот так вот я втыкала в лист. 2-3 месяца я, друзья, ждала, пока этот листик полностью сгниет, отвалится. Потом здесь маленькие корешочки образуются. Это очень-очень долго. Намного быстрее ее вот так вот делать. Короче, вот здесь вот с обратной стороны листа мы делаем по вот этому вот стебелечку маленькие надрезики острой бритвочкой. Чуть-чуть наискосок. Вот я сделала 3 надреза, друзья. Теперь этими надрезиками мы укладываем вот так вот в землю. Почему мы землю сильно-сильно не уплотняем? Вот как раз для этого. Вот так вот мы делаем. Сверху чуть-чуть присыпаем опять землей. Немножко, чтобы края листочка выглядывали. И прижимаем прям хорошо-хорошо. Проливаем водичку. Я добавила корневин. Вот такой вот корневин. Прям буквально на кончике чайной ложечки мы добавили корневин. И проливаем корневинчиком, чуть-чуть под листочком. Хорошенько прижимаем. Вот так у нас получилось, друзья, вот так. Дальше закрываем крышечкой. Я так думаю, что эта фиалочка, наверное, будет синяя, потому что вот именно у синей были такие листики. Вот в таком состоянии можно под лампу, можно, друзья, просто убрать ее на окно. Следующий листик, она мне здесь много принесла. У нас темный вот такой вот, видите, с красным.
Вот какой-то из них красная будет фиалка, какая-то будет синяя. Также вот надсекаем, убираем, вот с этой стороны мы надсекаем чуть-чуть наискосок. И укладываем. Сейчас я, наверное, вот сразу пролью вот здесь вот так вот, немножко по-другому. Укладываем, прижимаем хорошо ее. И сверху немножечко тоже земли насыпаем. Прям хорошо-хорошо прижали. И проливаем. Все, закрыли крышечкой. Убрали в стороночку. Следующий мы посадим вот в такую емкость. Также прольем немножко, чуть-чуть, корневинчиком. Так. Следующий вот такой хороший листик, большой. И все листики, друзья, она замотала вот так вот ваточкой, вот такой вот. Все листики были замотаны, молодец. Так, обрезаем. Надсекаем опять. И укладываем. Здесь лист прям большой. Укладываем. И хорошенько прижимаем. И сверху присыпаем землей. Уплотняем. Так, чтобы соприкосновение вот этих надрезов с землей было плотное. Тогда у вас будет результат хороший. Сверху опять проливаем. И вот такой вот контейнерчик мы вот такой крышечкой. Мы ее обрезаем так, чтобы она, крышка, внутрь села. Вот такой вот хорошенький получился парничок. Друзья, выращивайте такой прекрасный цветочек, который мы сейчас с вами посадили, фиалку. И как красиво он будет расти у вас на подоконнике. Я с вами прощаюсь. Все, кто посмотрел мои видео до конца, большие молодцы. Ставьте лайк и пишите комментарии, пишите о своих фиалочках. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Thank you.